Один из радиаторов. То же самое, смотрите. Тут непонятно, то ли внутренняя резьба у самого коллектора секции плохая, то ли пробка. По виду, пробка, ну, дефектов особых не вижу. Вот закручивал человек, как мы видим, тоже усилий особо нет, видите, краска даже не содрана. И смотрим. Как мы видим, видите, опа, фокус. Вместо того, что должна накручиваться, она просто вставляется туда внутрь. Вот такой дефект, то есть резьбы, ну, то есть диаметр резьб отличается, и просто пробка вставляется.